Если не хочешь встретиться с монстрами из этой песни, подпишись на этот канал за 10 секунд. 3, 2, 1. Время вышло. Вылупилась как-то из яйца Wednesday паучиха и птенца. Сразу увидала, за ним побежала. Был один домашний кот, как-то заболел его живот. Он достал лекарства, выпил его страстно, будто это ягодный компот. Только сразу котик покраснел, сделался он злым и зашипел. Выскочил наружу, шлепнулся он в лужу, и в кустах в засаде он засел. Видит один, заран идет, лапку свою Хуан подожмет. Ластится к сайрону, хромает, урчит и от холода сильно дрожит. Сайрон взял кота и в дом свой принес, покормил, помыл, одеялко поднес. Только тот кот его оттолкнул, елку он ему перевернул. А потом прогрыз все провода и затрал все стены, вот беда. Свистнут фейерверки, а потом поджег их без труда. И пока наш сайрон в шкаф залез, кот сожрал его деликатес. Прыгнул он на шторки, все включил конфорки, выскочил в окно и все исчез. Wednesday завела себе кошку, но она опасна немножко. Может растянуться на метр и достать любого соседа. С кошкой Wednesday вместе гуляет, Cartoon нам ее называет. Только кошка очень упряма, не желает слушаться маму. Хочет поймать она вещь, что теперь без сна прячется каждый раз, видит кошарый глаз. Себе норку сделала, камеру приделала и за картоном следит, видит, вроде картон спит. Вышла к Wednesday она, ну а зверь тут как тут. Вещь, конечно, вкусна, картон точит свой зуб. И пока вещь за Wednesday тихонько бежит, картон будто мышку ее проглотит. Ну а Wednesday вещь потеряла, 2 недели ее искала. Ну а картон не сознается, только пузо сильно трясется. Wednesday поняла все и сразу, схватила эту заразу, в узел котика завязала и дружка из кэта достала. Вещи лбам котяре поставил, ну а Cartoon учит свод правил. И теперь он ходит на шлейке, стал послушным этот котейка. Wednesday капельку растолстела, вроде много она не ела. Шашлычок и сороконожки, лягушачьи лапки немножко забила
плетет за собою она кучу монстров ведет. Стали все в полукруг, смех не могут сдержать. Ну зачем же было Wednesday столько жрать? Только вдруг пробил кто-то крышу. Это монстр из леса вышел, вытащил наружу он куклу, чуть не оторвал ей он руку. Кукла жалобно завизжала и спасти ее умоляла. Wednesday вещь помог просочиться через дверь и к монстру явиться. Полбу кулачиной влупила и за шею ела схватила и пинком отправила вдали. Сразу Wednesday зауважали. Wednesday как-то вместе с Хуаном спряталась за старым диваном, ведь на них охотится монстр, не попасться будет непросто. В комнату он Wednesday ворвался, разорвал, все не унимался. Подошел он прямо к дивану, а за спинкой два хулигана. Но тут ползет рука, тащит издалека зелье, и тут Хуан сразу придумал план. Зелье выпивается, и Хуан меняется. Зубы, когти побежал, и на монстра он напал. И они покатились огромным клубком. Ну а Wednesday пока отползала тайком. Вместе с вещью они заклинание нашли, и для колдовства огонь они зажгли. Вещь вокруг дерущихся монстров свечи разложил по-шпионски. Wednesday говорит заклинание, началось тут монстров мерцание. Кот становится снова добрый, это значит, что он свободный. Ну а монстр злой безнадежно, выбраться ему невозможно. Он мерцал и стал раздуваться, перестал в ловушку вмещаться, а потом он попросту лопнул. Wednesday даже не дрогнул. Wednesday здесь сегодня неспроста. Плечиком танцует тра-та-та. Закинет в воду рыбку, не угостит улыбкой и сожжет врагов своих дотла. Это не девчонка, а огонь. Руку всю откусит, только тронь. К себе не подпускает, замечена среди тихонь. Рукой не извлечь, следит за ней вещь. Послали родители ее уберечь. Но Wednesday все знает, и с вещью она, как ни странно, но очень дружна. Вместе попадают в передряги они, и сегодня, кажется, они не одни. Из темноты выходит урод, всех, кого встречает, он убьет. Только Wednesday монстр увидал, сразу сдулся весь его оскал. Монстр развернулся и не оглянулся, в глушь лесную быстро убежал. Wednesday остается лишь искать, вместе с вещью монстра изучать. Они уникальны, все раскроют тайны, папу с мамой не придется звать. Чарльз как-то Wednesday похитил, он прокрался в ее обитель и в мешок ее свой засунул. Вещи он записку подсунул, что она уехала в гости. Только Чарльз не видел гвозди, и улику там он оставил. Ну а Wednesday к себе доставил, снял с головы мешок и подал он гудок. Вылезли пауки, к ней они поползли, но они ей нравятся, с ними поиграется, а потом возьмет свой меч, лапу Чарльзу отсечь. Только Чарльз в бою очень ловкий чувак, разломить ее меч — это полный пустяк. Он зубами его просто перемолол, только кто-то в спину его уколол. Эта вещь пришла на подмогу, принесла всего понемногу. Луки, стрелы и пистолеты.
собою забрали, зубы у него оторвали, и жевать теперь он не может, и способен есть только может. Уэнсдей как-то в лес одна пошла, дерево огромное нашла, и под ним присела, отдохнуть хотела, только позу спящей приняла. Как огромный дуб ее схватил и в дупло большое посадил, и не отпускает, ветками скрывает, и спасти его он предложил. Червяк, скоро он рухнет в этот овраг, и Уэнсдей спускается вниз по стволу, в подземелье вылезла в углу. Смотрит, ну а там огромный червь мостовой, доедает корень самый-самый большой. И если куснет, случится беда, Уэнсдей сразу понеслась туда. Прыгнула на голову ему и глаза заклеила во тьму. Грузила и за хвост схватила, земляную сделала тюрьму. Загрызу, но та не промах, тихо подошла, шнуровку ей на платье расплела, стояла, хохотала, когда платье упало, у киси, что по подиуму шла. Везде фото вспышки, хохочет весь зал, зеленая идет как на бал, но киси подножку поставила ей, да рухнула на первый ряд гостей. Вместе подскочили, да и как закипят, вместо красоты по сцене клочья летят, туфли, браслеты и весь гардероб зрителям попали прямо в лоб. Их не могут оттащить никак, и чтобы закончился бардак, тук свой надевает, боксёрочку украшает, прототип колонку включает, и пошла жара, все танцуют, Новый год они уже чуют. Но вдруг погас весь свет, видит какой-то дед, рухнул из потолка, елку помял слегка и схватил подарочки, погрузил на саночки, свет включился, это Гринч, Хаги бросил монстрам клич. Побежали они, ну а Гринч уж взлетел, и с подарками быстро удрать захотел. Хаги взял прототип, замахнулся им, и зацепился тот за сани изнутри. Их он подпилил мгновенно, развалились сани отменно. Гринч упал в сугроб, покатился, но во все подарки вцепился. Ну а монстры уж подбежали, все свои подарки забрали, поплелись домой по тропинке, но вдруг налетели снежинки, и они увидели чудо. Дед Мороз возник ниоткуда, их домчал до дома он ловко и поставил ног.